вот эти две длинные щиты, я их склеил из трех досок. Я их уже прошлифовал, они уже финишные. В общем, они идут у нас на верх и на низ шкафчика. Мы обрезаем торцы в размер 274 сантиметра. Перевернем, обрежем тот торец и шлифанем наши торцы. Верх-низ готовы. На очереди следующие два щита. Из этих щитов будут боковушки наших ящиков навесных. То же самое делаем. Отрезаем торец с двух сторон, зашкуриваем.
размер боковушек равен 55 сантиметрам. Вот нам надо две штучки сделать на торце. Также надо отрезать две штучки в отсек, где будет посуда сохнуть. Там не будет дверек, а будут просто боковушки с одной и с другой стороны. В размер 49 отрезаем две штуки.
готово.